Любовь моя к журналу «Harper's Bazaar» безгранична. Всегда с удовольствием читаю и, честно говоря, иногда даже пишу туда. Мне это огромная честь и гордость быть в таком издании представленным. Мне кажется, главный редактор полностью влияет на концепцию журнала, потому что это глава, и от него идет все настроение и все мировоззрение. Я очень люблю Дашу Велидееву, она очень красивая девушка, она очень приятная, она очень воспитанная, она очень образованная, и у нее есть класс. I really took it as sort of like a textbook to be introduced into the world of fashion. I always trusted everything that Harper said, and over this past year, Harper's Bazaar in multiple countries have been super supportive of me and my career. Harper's Bazaar Россия празднует сегодня свое 20-летие, поэтому мы говорили о том, что вот такое журнал Harper's Bazaar, что его отличает от других модных изданий, какую роль он играет в современной моде и в современном искусстве. Мы же Мэри для себя решили, что мы журнал о моде без правил. Мы никому ничего не навязываем, мы уважаем нашего читателя и предлагаем разные варианты того, как можно одеться, как можно провести свое свободное время. Русскую версию «Harper's Bazaar» читать очень приятно, листать даже, потому что он по своим разворотам, по чистоте того, как он выглядит, по подаче материала, для глаза реально очень приятный. Congratulations on your 20th birthday, and I really, really do hope that you can ever celebrate your 200th birthday or 2000th birthday, because Harper's Bazaar is eternal and style will never fade. And a big kiss from Amsterdam, where I run Harper's Bazaar Netherlands. I'm the editor of Bazaar UK, and I really love Bazaar Russia, and I love the editor. She's a friend, and she's done a wonderful job, and I send all my love and all my good wishes. A very, very, very happy birthday. Happy anniversary. Неординарные авторы, культовые материалы и уникальные обложки. Все это о нем, о журнале «Harper's Bazaar». В этом году российская версия журнала «Harper's Bazaar» отмечает свой 20-летний юбилей. Поздравить креативную команду издания приехали наследники знаменитых модных империй и известные деятели в сфере искусства. Мне кажется, что это достаточно значимое событие. Базар – это такой журнал 20 лет. Это наша жизнь, и мы проводим время вместе. И, в общем-то, и Даша Велидеева очень мы уважаем, ее любим. Поэтому, конечно, я не могла не прийти. Ну, дорогой Harper's Bazaar, мы желаем вам еще 20-20, еще столько же, 100 лет и еще больше, чтобы вы жили, развивались, и чтобы мы давали вам эту пищу и основания для хорошей жизни и развития. По-моему, он как нельзя лучше отображает именно моду. То есть там есть и что почитать, и посмотреть. Он не перенасыщен рекламой. Я люблю этих людей, которые там работают. Там много друзей моих в этом журнале. Вы знаете, он очень близок к карту, и это такой приятный микс между модой и искусством, который Даше Велидеевой удается совмещать на страницах журнала, что мне очень близко. I think that Harper's Bazaar is making an effort to be a little bit more
interesting, a little bit more selective, a little bit more fashionable. It speaks to a very sophisticated fashion customer. And I think that that's very important. I think it plays an important role in those people's lives. Мне кажется, этот журнал очень универсальный. Для любых, для всех людей, которые интересуются чем-то новым, чем-то модным, чем-то свежим. Поздравляю Harper's Bazaar и желаю ему становиться только толще и не меняться, потому что он и так прекрасен. I'm working with them, you know, so I'm part of the bazaar. So I'm very happy to be here tonight for this celebration. I think it's an iconic bazaar, it's an iconic lady behind, and I'm very happy to be here tonight. I'm very happy to be here, to be in Moscow. I love to be here. I feel comfortable here. Tomorrow I'm going to shoot the cover for Russian Harper's Bazaar, so I'm really excited. I know, I can't wait. It's like a dream come true. My great-grandmother was so in love with Russia. She was so infatuated by it. She said, there is not one day that goes by that I don't think about Russia. Harper's Bazaar это вероятно журнал, который я сразу хочу всегда читать. И поэтому это профессионализм, это праздник профессионализма, радости и элегантности. Невероятно модный, стильный. Самое, наверное, большое, я как художник люблю, что он очень много внимания уделяет арт-истории, истории искусства, помимо моды. Так сложилось волею судеб, что в Harper's Bazaar почти что вся команда, которая делает этот журнал, это исторически мои друзья. Плод трудов этих людей я вижу на каждой странице, и поэтому для меня это очень такая персональная история. Я вижу, чем они дышат, я вижу, как они растут, я вижу, куда они двигаются. Я желаю журналу, чтобы он существовал еще 200 лет и потом еще 200. Так что это только начало прекрасного процветания журнала в России. Я 7 лет назад пришла в журнал. До этого я запускала журнал «Грацию» на российском рынке, поэтому я не была новичком. Но, безусловно, работа в базаре – это очень большая ответственность и очень большая честь. И большой подарок судьбы. С нами очень много гостей. С нами Карин Ройтвельд сегодня, с нами Кэролайн Вриланд, с нами Александр Вриланд. У нас сегодня гости из всех модных столиц – из Парижа, Милана, Нью-Йорка и Лондона. И я очень этому счастлива и тронута. Для меня Harper's Bazaar – это символ новой эры, это символ падения всего старого, открытия железного занавеса и прихода в нашу страну моды, свободы, возможности покупать, выбирать, возможности выглядеть, возможности нравиться. Harper's Bazaar – это сама жизнь, молодость, движение. Это такое невероятное любопытство – знать, что происходит в мире, в моде, в светской жизни. Он очень захватывает.